Я вас приветствую на канале Бродяги. Вы знаете, ножи — это такое дело, то есть в доме, которое нужно, то есть точить. И каждый мужик должен это, то есть делать. Но у каждого способы разные, каждый точит по-своему, то есть как эти ножи точить, все. Ну давайте я свою версию расскажу, как я точу, как бродяга точит ножи. То есть они есть специальные, то есть есть специальные точилки для, можно сказать, для домохозяек. Ну, это вот такого вот плана. Сейчас я покажу. Вот такого вот плана точилка. Ну, не знаю, практично она или не практично. Здесь есть для ножниц. Вот ножницы, разъем. Есть для ножей. Но в итоге, то есть она плохо бывает затачивает нож, но оточить можно. Но одноразовая получается вот эта вот точилка. Но в итоге нож, это уже старая у нас, она уже старая была, нож не сильно наточен такого вот плана. Так, как же нам наточить ножи? Раньше я точил ножи, но у меня не получалось нож наточить. Давайте я вам расскажу, как я узнал у человека, ну одного, то есть он мне показал свою версию. Мне эта версия понравилась, и я начал по этому методу точить ножи. То есть и на работе, то есть мне приходится с ножом эти все покрышки резать и тому подобное. Так, ну для начала нужен брусок вот такого вот плана. У кого есть другого плана брусок, тот может использовать брусок, ну мелкая, мелкая такая, чтобы была вот насечка. Давайте пробовать, как это точить нож. Ну я как делаю, это моя версия, опять же повторюсь, что у каждого своя версия точения ножей, у меня своя. Ну я для начала смачиваю нож, водой смачиваю, чтобы оно больше, так, отставляю, беру брусок. Ну и ставлю нож на брусок под углом 45 градусов. Ну это где-то вот, вот так вот, 45 градусов. И в одну сторону к себе получается нож тяну. Начинаю точить. Вот так, раз, два, три. Вот нож с одной стороны. Переворачиваю нож. С другой стороны точу. Раз, два, три. Смачиваю опять нож. Опять ставлю. Ну, под 45 градусов это вот так вот. Раз к себе. Два, три. Опять же, переворачиваю другой стороной нож. Под 45 таким же образом. Раз, два, три. Ну, естественно, каждый, когда точит, то есть проверяет пальцем. Ну, не сильно наточено, можно будет поточить еще. То есть сильно усилий не нужно прилагать. То есть так вот средним, можно так сказать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прям вот когда точите, да, чувствуется, когда само вот лезвие, вот оно идет, но идет прям именно вот, прям звук такой вот. К себе, постоянно нож к себе, вот так раз смочил, либо можно брусок смочить. Вот смочили брусок и поехали, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну подточили уже так вот, хорошенько подточили. Чувствуется именно пальцем. Ну как обычно проверяют? Проверяют обычно на бумаге. Беру тут бумагу, да, ну и так начинаю отрезать ее.
Ну, режется. Все. Все нормально режется. Один нож наточен. Можно еще будет подточить. Посмотреть. Ну, вот так вот, как бритва уже. Наточен, как бритва. Слышите? Да? Так, еще немного. Контрольный, можно так сказать. К себе опять же. Раз, два, три. Переворачиваем на другую сторону 45 градусов. Вот 45 градусов. Раз, два, три. Раз, два, три. Мне лично так удобно, он так больше натачится. И некоторые есть вот вперед, которые точат так, вот вперед. Но мне так неудобно, я не чувствую, то есть сам угол. Раз, два, три. Ну вот все, нож наточен. Все, спасибо за внимание, всего доброго. Нож наточен.